Туреччина після серії терактів у міжнародному аеропорту Ататюрк оголосила одноденну жалобу. Тим часом кількість жертв зросла до 41 людини. Поранених вже більше як 230. Серед жертв і постраждалих щонайменше 13 іноземців. Загинула й українка Лариса Цепакова з Одеси, яка поверталася з відпочинку. Ще один українець постраждав. У нього осколкове поранення в ногу. Нам вдалося поспілкуватися з іншим співвітчизником Андрієм Ростокою. Чоловік в аеропорту був транзитом, направлявся по роботі до Іраку. Під час теракту був у самісінькому епіцентрі подій. Я якраз знаходився в аеропорту. Вот. Ну, услышал очередь с Калашникова. Вот. То есть сразу непонятно, что это. Вот. Увидел, ну, слышал крики. Вижу, люди бегут в направлении от, ну, от центра, от входа. Каждый взрыв и каждая стрельба, все не понимали, с какой стороны, начинали все куда-то бежать. То есть все неорганизовано, полиции нету. Вот. И такая фигня продолжалась часа, ну, два, где-то три. Вот. Пока мы не подошли в край аэропорта внутри, там хотя бы видно было через окна входную группу, видно было, что там уже собралось очень много полиции, спецназ, скорой помощи, прям вот их. И нас потихоньку начали выводить. Мы выходили через холл, холл весь просто разваленный, все посечено, все стекла, а на полу весь мрамор, выщеплены из него кусочки, то есть там что-то взорвалось серьезно. Ну, заряд такой был, шрапнелью, наверное, чем-то там, шарики металлические. Нас когда выводили, они умудрились за это время, вот пока мы там внутри бегали в аэропорту, в принципе, повыносить все тела, там какие-то там в крови было все это понятно, там весь первый этаж в крови, все эскалаторы, все замазано, потому что людей вытаскивали. Вот, но щитами деревянными закрыта была, ну, вот вся линия взрыва, ее так максимально отгородили, чтобы там не видно было. И я думаю, что не чтобы не видно, чтобы не фотографировали. Очень сильно переживали службы безопасности, когда кто-то доставал мобильные телефоны, пытался фотографировать.